Слышал много, что песок можно трамбовать водой. И пока сам не увидел, не поверил. Вот такой уровень засыпал, на таком уровне засыпал песок. И вот какую усадку дала под воздействием воды за одну ночь. Вот, пожалуйста, это около 10 сантиметров. Так что вода реально помогает. Я уверен, никаким другим приспособлением невозможно так уплотнить песок на 10 сантиметров, примерно на 70, вся глубина 70 сантиметров, а усадка около 10% усадки, да, под воздействием чуда воды. Так что используют воду для усадки и не спешите. Это вода должна полностью пропитаться. Здесь возник эффект зыбучий песок. Но...